У нас часто спрашивают, что нужно сделать, чтобы получить работу в игровой индустрии. Высших учебных заведений, готовящих специалистов по профессиям игровой процесс и ценность для жанра, в природе не существует. Если человек хочет заниматься непосредственно разработкой видеоигр, выбор учебного заведения становится неочевидным занятием. В конце марта в школе компьютерной графики Scream School прошел день открытых дверей, в ходе которого был представлен новый факультет концепт-арта. Единственная на данный момент школа, дающая образование в игровой сфере, расширяется. Съемочная группа GMBOX побывала на дне открытых дверей Scream School, чтобы взглянуть на будущее образования в игровой индустрии, обсудить открытие нового факультета и наградить победителей конкурса концепт-арта. Сегодня у нас очень много презентаций. В рамках Scream School у нас презентация факультета концепт-арта. Для нас сегодня большой праздник, что мы сегодня впервые говорим о этом факультете, потрясающе. Я также хочу сказать, что интересно, что наша аудитория, особенно аудитория игр, все молодеет и молодеет. Я вижу все более молодую аудиторию, которая сидит на первых рядах, которая приходит с родителями, которым все больше и больше надо, которые действительно задумались о том, чем они хотят заниматься. И вот теперь, наконец-то, мы сделали для них такую историю, когда они могут заниматься любимым делом. Порядка 70% студентов, которые приходят к нам на день открытых дверей, потом идут на собеседование. У каждого факультета есть свой конкурс, поэтому поступают не все. Но действительно интересно то, что около 70% людей, которые идут на день открытых дверей, действительно после этого идут на собеседование. Факультет концепт-арта, на мой взгляд, ждали очень давно. Примером является выступление нашего куратора Кости Вавилова в Петербурге, когда он поехал на небольшую конференцию по разработке игр, которая называлась «Отжиг» в марте. И интересно было то, что после этого его знакомые притащили его в аудиторию, где его ждало порядка 100 человек, которые специально сняли это помещение, которые специально оплатили помещение, принесли какие-то булочки и кофе, и, затаив дыхание, слушали Костю еще 3,5 часа. Вот, поэтому я лично считаю, что концепт-арт появляется вовремя, он востребован. Его ждут не только люди, которые хотят поступить на факультет, но и индустрия, которой нам очень нужен концепт-арт для того, чтобы наши игры выглядели гораздо лучше. И поэтому я считаю, что здесь все нашли друг друга. День открытых дверей посетил и победитель конкурса концепт-арта Александр Дударь, получивший 2 бесплатных года обучения на соответствующем факультете. О том, чем вдохновлялся и о том, откуда у него такой опыт, победитель рассказал нам лично. Референсы как бы брал, тоже смотрел на других художников, очень круто рисуют, которые... В Воронеже есть такая фирма Graphite Art, там очень тоже крутые работы, и как бы захотелось тоже что-то создать подобное. Да, есть опыт работы, и работы в небольшой игровой студии тоже, но больше такие казуальные игры. О факультете, на котором уже совсем скоро предстоит учиться Александру, рассказал его куратор Константин Вавилов, автор концепт-арта для таких игр, как, в частности, Disciples 3 и Allode Online. У нас уже 3 года существует факультет игровая графика, в рамках которой у нас есть курс концепт-арт. Вот. Но многие студенты хотели настолько сильно углубиться в область концепт-арта, и на самом деле концепт-художник в игровой индустрии должен обладать большим количеством навыков, которые... мы не могли дать в рамках одного факультета. Вот, это, породило, собственно, идею сделать отдельный факультет. Вот, она была поддержана, как бы, и многими студентами, которые, как бы, хотели даже повторно пойти на образование, чтобы углубиться в эту специализацию, да, как бы. И, опять же, внешних заявок было много, что хотим, учиться именно концепт-дизайну. Большой мечтой моей было создать, действительно, такое образование, которое бы давало ту выжимку необходимых знаний, которые даются на протяжении очень большого... времени в институте там или училище, и тем более не имеют такой точной привязки к моей индустрии, в которой я работаю. Мне хотелось сделать действительно такой факультет, который бы готовил за короткое время хороших и крепких профессионалов. День открытых дверей происходит в Scream School 2 раза в год, в марте и сентябре, перед началом учебного года. Но самое главное, в школе нет дня закрытых дверей. В любой день в рабочее время желающий может прийти и получить полную консультацию по всем вопросам, касающимся поступления и обучения на том или ином факультете. Тем не менее, именно день открытых дверей – отличная возможность застать в школе всех преподавателей и кураторов факультетов,
и в следующий раз она представится нам в первых числах сентября. Ничего не обещаем, но постараемся к этому времени придумать еще один крутой конкурс.